Народ, всем привет. Ну, вы уже знаете, что это. Если вы не знаете, это фотострупцинка Fed. Оригинальная, если не ошибаюсь, с полной комплектацией. Здесь есть шурупчик для того, чтобы вкрутить можно было его в дерево. Здесь площадка с резьбой 3/8 для установки, для крепления фотоаппаратов FED. Ну и фотоаппаратов, у которых есть резьба 3/8. Она поворотная, то есть в принципе можно фотоаппарат закрепить любой, в любом положении. Вещь очень удобная. Здесь шаровый механизм, здесь еще есть оригинальная прокладочка, я ее снял, чтобы не потерять только что. То есть этот шурупчик, давайте так, этот шурупчик выкручивается, что очень удобно, да? И прячется в корпус, тоже очень удобно. Здесь, соответственно, струбцинка, можно прикрепить к какому-нибудь, да? Здесь, если шуруп для в дерево загоняем, вкручиваем, да? Струбцинка на какую-нибудь трубу повесить, ну и плюс можем играться. В общем, хочу его адаптировать под резьбу 1/4. Для этого необходимо снять вот этот вот диск, ну и нарезать резьбу. Плашка у меня есть, чтобы нарезать резьбу. А как же снять? Вот эта часть откручивается, да? Смотрите, снимать будем следующим образом. Откручиваем сам механизм. Берем вот такой вот инструментик. Значит, мы зажали наш крепежный этот винтик 3/8, а нам надо 1/4, да? И сейчас попытаемся как-то открутить. Просто он здесь надкернем, и пойдет или нет, сейчас посмотрим. Кажется мне, что уже пошел. То есть банально любыми плоскогубцами, он даже какие-то взял старые, непонятно какие. Все. Этот диск мы скручиваем. Давайте я вам так покажу. Мы его скрутили. Теперь остается только идти на токарный станочек. Вынуть, вернее, из оправки. Давайте вынем ее. Итак, народ, вот так вот выглядит этот механизм, да? С снятым диском. Он разбирается. Все, мы его разобрали. Вот булава такая. Шаровый механизм. И теперь я могу его зажать в токарный станок, убрать лишний диаметр и наточить, вернее, нарезать. Давайте так покажу. Нарезать фоторезьбу. Ну что, приступаем. Народ, маленькую камеру не снял, уж извините. Буду снимать на телефон. Народ, ну как вы поняли, не получилось у меня, да. Хотел я точить. Думал, еще может просто на электроточили все это дело забахать, но не получилось. Народ, в общем, пока была неудача. Ну, позитивная, как я считаю, неудача. Значит, неудача в следующем. Зажал токарный патрон, не знаю, вставлю видео с телефона, не вставлю. В общем, зажал токарный патрон. Естественно, зажимал без спецоправки, которую надо было вытащить для шарика, для вот этого. Да? Зажал, ну, естественно, его вырвало, повреждена резьба. И вот в этот вот момент я вспомнил, что очень бы хотелось бы, чтобы вот эта вот маленькая ступенечка между шариком и резьбой была где-то, ну, на пару сантиметров, на пару миллиметров, на 5, на 6, может быть, на сантиметр больше. То есть, да, чтобы резьба находилась дальше, так было бы прикольно. В общем, здесь ты нашелся вот такой вот кусочек латуньки. Сейчас давайте так покажу. Вот так вот. Он по диаметру как раз подходит для диаметра шарика. Вот так вот я его и вытащу. Возьмем, зажмем токарный станок, вытащим шарик, вытащим, проточим, снимем лишний металл и сделаем шарик. Либо же сделаем шарик, нарежем резьбу в шарике, и потом из более тонкого, чтобы не переводить материал, да, потому что латунь штука дорогая, мы сделаем в
вторую часть с резьбой. Народ, всем привет еще раз. Значит, продолжаем тему изготовления вот этого шарнирчика. Вот я его изготовил. Вот так вот он выглядит. К сожалению, чуть позже я вам покажу несколько кадров, небольшие видеофрагменты, как я его изготавливал. К сожалению, всего видео нет по причине того, что подвела карта памяти, которую уже успешно выкинул. В общем, вырезал вот такой вот, вытащил такой шарнирчик. Он не идеален. Это так, по-быренькому. На самом деле, там, это уже второй. Я изготовил, вернее, даже третий. Первый мне не понравился, второй мне не понравился. Вот этот вот я вытащил, ну, не знаю, минут за 5. За 5 минут в наглую, очень быстро, без всякого там, без всяких прелюдий, просто взял и вытащил. Значит, давайте его соберу. И покажу, зачем я это вообще все делал. Вот так выглядит там сама вот эта часть. А вот наш ходовский. Сейчас, секунду. Очень неудобно все это дело собирать. Собрали, давайте я поверну сейчас эту часть. Поняли. Сейчас давайте покажу, как оно все это дело работает. Ну что, вот наш штативчик, вернее, не штативчик, струбцинка, фото струбцинка FAT переделанная. Вот наш шаровый или шарнирный узел. Камеру можно, соответственно, поставить в любом интересующем нам положении, зажать, и она будет стоять, то есть наклонить, как нам необходимо. Сейчас, секунду, вот так вот. Она двигается, у нее есть определенная степень, и сейчас, секунду, при откручивании, достаточном откручивании, и можно спокойно вот так вот загнуть в эту сторону, повернуть, опять же, ее можно повернуть вот так вот, снимать как угодно, что угодно, и, соответственно, саму вот эту штучку, давайте я откручу камеру, или не будем откручивать. Сам штатив можно открутить, не штатив, струбцину, все время почему-то называю штативом. Фотострубцина, да? Ее можно открутить. Да, так вот сейчас давайте сделаем. Открутить, положить, установить как угодно. Очень удобно. Очень надежно. Очень крепко, потому что корпус либо алюминий, либо дюралька. Ну, что-то такое. И легкая твердая. Скорее всего, дюралька. Вот эта часть стальная. Вот это алюминий, вот этот вот узел стальной, не алюминиевый, он стальной, этот узел. Вот это латунька, вот это вот, как я говорил, шуруп для крепления в дерево, он сделан из нержавейки. В общем, очень удобно, очень прикольно, в принципе, можно здесь еще, я планирую туда вот засверлиться, вклеить неодимовый магнитик, и тогда можно будет вообще пользоваться штативом в любых плоскостях и ракурсах. Ну, в принципе, как-то вот так вот. Всем спасибо, до свидания и до новых встреч.